и мама закончила наше музыкальное училище, и ее тетя, и ее дядя известный композитор, и папа известный музыкант. Это самая известная музыкальная семья Серебряковых, Мельниковых, Марта. Сегодня исполнит песню, которую когда-то я записала в селе Лебедевка Пензенской области и ехала со студентами на грузовой машине в это село. И когда мы приехали в это село, нам сказали, что оно умирает, и там больше никто не поет. Мы сказали, вот там есть покосившийся домик, вы можете в него зайти, там есть Аленина Ефимия. Может быть, она все-таки встанет со своей печки и что-нибудь вам скажет. Когда мы вошли в этот покосившийся дом, на печке лежала бабушка, похожая на Бабу-Ягу. Мы испугались, постучались, пошли. И когда я ей сказала, что мы со студентами ехали к ней на грузовой машине, что мы приехали записывать песни этого села, она встала со своей печки, глаза у нее стали сиять, как два бриллианта. Она напела нам 32 песни, и каждая из этих песен – жемчужина. И сегодня, кстати, прозвучит две песни, записанные у Ефимии Алёниной. Одна из них сейчас прозвучит в исполнении прекрасной Марты Серебряковой. Ай, в саратовской конторе. Два концерта, она все равно приехала к нам. Спасибо, дорогая, мы тебя очень любим. Спасибо огромное за приглашение. Знаете, я горжусь, что в нашем городе есть такой замечательный фестиваль, который сохраняет, который передает нашему молодому поколению и знакомит с нашей русской культурой. Алла Александровна, спасибо вам большое. Дорогие друзья, а 1 декабря у Марты будет сольный концерт. Приходите в Пензенскую областную филармонию.